Какие упражнения делать, чтобы перестали болеть колени? Для того, чтобы перестали болеть колени, есть такое упражнение, которое называется шалтай-болтай. Вы садитесь на стул так, чтобы у вас вот это бедро, а это голень, чтобы она, стопа, не доставала пола. И просто-напросто вот так вот болтаете ноги. Называется шалтай-болтай. Значит, здесь растягиваются связочки, нету нагрузки, но есть упражнения, есть движение, есть работа кровеносной системы, лимфы, и у вас потихонечку начнется оздоравливаться. Начинайте болтать минут с 3-5, так болтайте почаще, чаще болтайте, и далее доходите до 1-5, там, допустим, 6 в день, 1-5-6 в день, где-то минут по 5-10. И вот такая, как бы сказать, пассивная работа будет способствовать тому, что коленочки начнут обновляться, укрепляться, если они не были застужены. Потому что если они застужены, то надо применять разного рода, допустим, обкладывание березовыми листьями, чтобы, смотрите, берется, шьется такой мешочек. Ну, можно использовать, знаете, наволочку от подушки. Только подушка должна быть большая. Вот эту вот наволочку от подушки заполняете листьями березы. И эту наволочку одеваете на ногу. Так, чтобы нога была покрыта, особенно коленный сустав, весь в этих березовых листьях. А чтобы, естественно, они не распадались, все это в наволочке. И так примерно минут 30 и более вы делаете эту процедуру. Значит, что вы должны ощутить? Вы должны ощутить, в конце концов, чего вы должны достигнуть, если особенно застужены колени. Вы должны ощутить, что произошел разогрев и потоотделение. Болезнь, особенно там ревматизм и иное, выходит через кожу в виде пота. И вот так несколько процедур сделали, я думаю, с коленями будет намного лучше. Важно их не застудить. Потом они будут просто-напросто под старость особенно болеть. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!